Всем привет, это канал Бородач ТВ, и на нашем замечательном канале мы уже, кстати, двое, это уже не телемост. Ну, хотя, кстати, это может быть телемост, это просто супер графика. Вот, ну, ладно, не об этом. Мы у нас... в кустах, у нас весна началась. Да. Птички вот летают. И овечки завелись где-то, кстати, тут. И, кстати, можно... На бреющем полете. К следующей зиме побрить, и можно связать... Что? Михаил, ну, давай-ка ближе к теме. Вообще, о чем мы здесь собрались? Чем сегодня собрались? Сегодня уже не 7 марта. Плавно перешло к 8 числу. То есть вот. Ты только-только закончил 23 февраля отмечать, так, грубо говоря, не прошло и 3 недели, уже опять надо. 7 марта закончил как раз отмечать 23 февраля, и сегодня решил всех девчонок, милых дам, женщин поздравить с 8 марта, пожелать им счастья, семейного благополучия, чтобы мужчины их не расстраивали, а только радовали. Ну, иногда эмоции тоже дарили, ну так, вполне нормально, то есть, и научились наконец-то стирать носки и прибирать за собой. Это, я думаю, чтобы регулярно все косячим. И вот этот день, как 8 марта, да, то есть, он длился, наверное, намного дольше. Потому что мы все живем ради чего? Ради любви, ради эмоций, поэтому наслаждайтесь жизнью, любите друг друга, уважайте, цените. Я, наверное, все, но... Дайте я еще пару слов скажу. Я бы хотел от имени всех мужчин попросить у девушек, у милых дам, у любимых, нелюбимых, у взрослых, молодых прощения за нашу невнимательность, за наши косяки, за то, что мы где-то бываем грубые, необходительные, мало любим, может быть. Девчонки, простите нас, пожалуйста. И мы справимся, и мы каждый день мы совершенствуемся, каждый день мы что-то узнаем. Но главное самое, девчонки, вы не бойтесь нам говорить, не бойтесь наше эго немножко ущемить, потому что мы порой не знаем, что... У вас спина чешется, да? Вот. Ну, бывает такое. Вот. И поэтому нам надо говорить, мужчины намеков не понимают. Поэтому надо говорить в лоб. Василий, хочу букет цветов, хочу подарки, я этого достойна. Девчонки, вот пару слов буквально. Если кто-то сегодня еще не получил подарок, это самое лучшее время задуматься. А все ли вы делаете правильно? В деле мужчины рядом с вами, да? Потому что все женщины... которые рядом с нами, да, с Михаилом, они все получают подарки, и они все получают ну, от нас внимание. Девчонки, окружите себя такими мужчинами, да, которые будут вам дарить и внимание, подарки, свою любовь, время, силы, средства, все. Всех с праздником. Подожди, вот ты когда вот сейчас вот говорил про мужчины, что ты так в мою сторону смотрел? Я говорю, унизительное даже. Почему так. Унизительное? Мне так показалось. Да ну ты перестань. Все нормально? Конечно. Точно? Девчонки, мы вас любим. Мы вас всех знаем, помним. Если кто-то чего-то не получил от нас, мы просим прощения. Как ты так всех любишь-то? Много, я всех люблю. Нет, понимаешь, есть такая штука у любви. Либо ты любишь всех, либо ты не любишь никого. Есть такая штука у любви. То есть как бы нельзя, да, зависеть? Нельзя вот так вот, да, как-то вот. Я этого люблю, этого не люблю. Нет. То есть ты не избирательный, да? Не избирательный, да. Я уже говорил в том-то и... Нет, ну все-таки, чтобы ваши мужчины были избирательны, и ваши избранницы, то есть его... скажем так, избранницы были именно вы. Что еще? Конечно, нам хотелось бы сегодня что-нибудь рассказать интересное. Ну, понятно, что это праздничный день. Да, у вас сегодня, наверное, забот много, подарков принимать, там, да, внимание, поклонники, опять же, да, везде. Мы так буквально кратенько в двух словах. Слушай, подожди, подожди, ты оливье умеешь делать? Просто оливье на 8 марта, это вообще мавитон. Да. Так и говорите, парни, хочу не мавитон, а да, все-таки так. Салат, все-таки это ближе. Так, ну ладно, это печальная ноте праздничная. Всем. Сейчас я буду подождите, сейчас я буду искать кнопку, просто все очень далеко находится. Ладно, все, пока.